Вечір. Отже, є така зараз новина про цю спецоперацію КДБ. Не зрозуміли, я так розумію, навіть і самі білоруси, що то була за спецоперація, ніхто про неї не знав. Натомість, чи могла вона бути і за що Лукашенко нагороджував офіцерів? Ну, я думаю, что про эту операцию уже давно забыли. Была она несколько месяцев назад. Суть ее заключалась в эвакуации белорусских дальнобойщиков с территории Украины. Был такой период, когда на территории Украины застряли несколько сотен белорусских дальнобойщиков, у которых закончились деньги, средства, и которые не могли из-за боев недалеко от Киева выехать на территорию Беларуси. И, насколько мне известно, Лукашенко организовал эвакуацию белорусского персонала с территории Украины при помощи сил специальных операций, которые подведомственны КГБ. В общем, как он сообщил, ну, практически прошла она незаметно, не было никаких силовых действий, никакой стрельбы, никаких потерь. Ну и у некоторых белорусских комментаторов, в общем, такая мысль. Был такой анекдот про благородного ковбоя Джо, которого никто не мог поймать, потому что он не был никому не нужен. Вот в данном плане оппозиционеры вот иронично так говорят про эту операцию. Я думаю, что сейчас это, конечно, прежде всего информационный повод. Повод в рамках информационной войны, в рамках гибридной войны, для того, чтобы показать возможности Беларуси, ее сил специальных операций, внешней разведки, так сказать, КГБ и так далее. Поэтому я думаю, что ничего чрезвычайного, ничего необычного здесь нет. Просто Лукашенко еще раз решил напомнить, думаю, что и союзникам, и соседям, что у него есть такой мощный инструмент, как спецназ КГБ. Поэтому, ну, я не знаю, насколько оправдана вот эта демонстрация, но это явно рассчитано на внешнего потребителя. Внутри Беларуси, как мне кажется, эти вещи никого не интересуют. Так, то просто це з таким антуражем все було обставлено, там гриф таємно, без жодного пострілу. Це якраз оце враження справити, так він хотів? Он испытывает слабость КГБ к секретам, к тайнам. Ну, в своє время он служил в пограничных войсках КГБ, и, так сказать, на высокий уровень компетенции его не звали. Но вот сейчас, когда он стал верховным главнокомандующим, ну, он дал себе волю, так сказать, вот, показать, что у него есть такой мощный инструмент. Ну, зрозуміло, теж свої якісь певні амбіції, певно, зараз хоче він задовольнити. І натомість така новина надійшла, в тому числі, про ці навчання, які плануються влітку, з 22 червня до 1 липня у Гомельській області. Це, знову ж таки, ті межі з Україною, так, спільний кордон. Ну, після того, що відбулося 24 лютого, так, з увагою, скажімо так, в Україні на це почали все дивитися. Навчання ці кажуть, що вони не є планові. Ну, загалом, наскільки можна зараз говорити про те, що все ж таки Лукашенко наважиться взяти участь офіційно у цій війні? Ну, я думаю, здесь є определенне, так сказать, жест определенно в сторону Российской Федерации. Вряд ли эти учения могут перерасти в наступательную операцию, но понервировать соседа, то есть Украину. Я думаю, цель их тоже такая есть. Для того, чтобы Украина как можно больше контингент своих войск сосредоточила на границе с Беларусью, и эти войска не могли участвовать в операции на Донбассе. Так пишут российские эксперты. Им все время хочется, чтобы Беларусь впрямую участвовала в боевых действиях на территории Украины. Но им так хочется. Они и провокационные заявления делают, и материалы публикуют в СМИ. Но, как мне кажется, Лукашенко, старый стреляный воробей, он понимает, что ничего
от вторжения в Украину полезного он получить не может, кроме, так сказать, потери авторитета в международном сообществе, остатков авторитета и у своих граждан, и потерь. Поэтому он будет всячески сопротивляться, он будет делать все, изображая военную активность, но на вторжение в Украину он не решится. Сейчас его цель – это исправление экономической ситуации. Ситуация с экспортом у Беларуси очень непростая. Калийные удобрения, экспорт сократился, нефтепродуктов сократился. И в перспективе маячит сокращение поступлений в госбюджет, а это зарплата учителей, бюджетников и тех же военных и КГБистов. Поэтому, конечно, для него сейчас самое главное – это экономические вопросы, и он хочет как можно больше получить выгод от Российской Федерации. И для этого он изображает вот эту военную активность. Так, зрозуміло. А загалом у нього ще є, у Лукашенка залишається якийсь такий простір для маневра, аби от якось від Путіна так ухилитися від того, що Путін хоче? Ну, я думаю, що буде та ж стара тактика. Старая тактика. Он будет страшно говорить об угрозе Польши. Он будет говорить, что Польша может захватить Украину, и тогда у Беларуси не останется никакого выхода. Как только создать второй фронт, так сказать, против этой коварной Польши. Он будет говорить все, что угодно. Собирать сколько угодно совещаний. И все время будет нагнетать ситуацию. Только для того, чтобы угодить своему российскому союзнику. Но за этим не стоит никаких, в общем, конкретных планов, потому что он понимает, насколько белорусская армия слабее украинской, и что потребуются дополнительные деньги, которых и так мало в бюджете, для того, чтобы поддерживать армию в большой численности, для того, чтобы готовить наступательную операцию. Он понимает, что его позиции у власти не так крепки. Если он еще развяжет военный конфликт с Украиной, то это приблизит его пребывание у власти к концу. Так, ну він вже сам особисто заляпався по самі вуха у цю війну. А якщо він ще й втягне туди білоруську армію і країну, то чим це для Білорусі може закінчитися? Ну, ми розуміємо, що кровопролитие, в котором білоруський народ понесет потери большие, он сразу об'єднит все оппозиционные силы. И те силы, которые лояльны еще, молча лояльны Лукашенко. Но если будет такая война, если пойдут гробы, то тогда под знаменем оппозиции объединятся очень много людей, которые до сих пор не сочувствовали оппозиции. Но вот эта вот антивоенная борьба, я думаю, сделает оппозицию более сильной, и могут вернуться те страхи и события, которые мы испытали в 2020 году. Я думаю, что спецслужбы докладывают Лукашенко о настроениях в обществе, и он ведет очень осторожную политику в этом плане. Ну, а якщо так про настрої говорити, то які вони і чи вважають білоруси, українці отими самими там фашистами, як накрутили вже пропаганда в Росії, наприклад? Ну, таких вещей в білоруському дискурсі нету. І от смотрите, йде сводка белорусской официальной телепрограммы о событиях в Украине. Значит, в Беларуси украинцев называют военнослужащими, а в российских телеканалах – боевиками или националистами. Почувствуйте разницу. И в белорусских новостях никогда не говорится про фашистов. Поэтому, я думаю, это соответствует настроениям белорусского народа. Белорусы, ну, они стараются как можно дальше дистанцироваться от конфликта, но многие из них очень сочувствуют страданиям и жертвам, которые испытывает украинский народ. И я думаю, что в этом плане вот эти сочувственные, добрые отношения, они продолжают господствовать в белорусском обществе, сочувствие к украинскому народу. А так, пане Олександре, а чи залишаються? Ну, ми знаємо, так, до певної кількості там російські військові є, летять іноді ракети, і також винищувачі загалом. Чи залишається контингент певний там російської армії? Чи можна говорити про те, який він?
Ну, вообще существует такая опасность, как я понимаю, что контингент российской армии на территории Беларуси может снова вырасти. Так заявляют эксперты, которые, ну, намекают на то, что может повториться вторжение российских войск десанта в Черниговскую, Сумскую, и что те населенные пункты в районе Киева, которые российская армия оставила, она может вернуть, попытаться вернуть. Поэтому, ну, есть такие опасения. Мои корреспонденты говорят о том, что резко увеличился трафик полетов российской транспортной авиации над Беларусью. Неизвестно, что они возят, кого они возят, но я не исключаю такой возможности, что может с территории Беларуси российские десантные войска повторить свои операции в районе Киева. А от ті навчання, які влітку будуть відбуватися, можуть росіяни використати у своїх інтересах? Ну, думаю, можуть, потому что, ну, все-таки Лукашенко очень много уступает России в обмен на экономические льготы и преференции. Он сейчас в безвыходном положении. У него нет экспорта через Украину, нет экспорта через страны Балтии. У него нет экспорта автомобилей через Европу. И только порты Балтии российские, балтийские, недалеко от Санкт-Петербурга, могут ему помочь в этом плане. Дело дошло до того, что он требует чуть ли не отгружать нефтепродукты бочками, вот, а удобрения тюками, потому что отгрузка морскими судами, отгрузка нефтепроводами в сторону Европы, она сейчас закрыта, поэтому вопрос белорусского экспорта, ну, он в добрую волю России уперся. Россия практически, ну, обеспечивает жизнеспособность Беларуси. Или может не обеспечивать. То есть возьмет за горло, да и все. Так, ну, а теж, якщо говорити про Лукашенка зараз, він, я так намагаюся, ну, бачу, що він намагається певний якийсь теж баланс тримати між Путіним і Заходом, бо йому теж, вочевидь, не дуже хочеться відповідати за ту війну, яку розв'язав Путін в Україні. Чи можна говорити, кому він теж зараз більш потрібний, може бути Путіним чи Заходом, чи він буде якось намагатися зараз уникнути тієї відповідальності від цієї співучасті у злочині у воєнному фактично? Ну, я, мабуть, не відкрию великого секрету, скажу, що западні експерти, они присутствуют на территории Беларуси, изучают ситуацию, и они тоже хотели бы вернуть ситуацию, ну, в начало этого года, когда не было этой военной операции. И я думаю, они ищут точки соприкосновения. Но, к сожалению, вот санкционные действия все дальше и дальше отбрасывают Беларусь на восток, в лапы. Так сказать, медведя российского, и трудно вырваться. Слишком много рычагов у России воздействия, и слишком мало рычагов у Запада. Если бы Запад мог, кроме кнута, предложить Лукашенко еще и пряник, большой пряник, но сейчас настроение в обществе на Западе и в правящей элите западных стран таковы, что Беларусь идет паровозом следом за Россией. То есть автоматически санкции, которые принимаются против России, автоматически распространяются и на Беларусь. И как бы Лукашенко не хотел соскочить с этого паровоза, я думаю, у него не получится. Если только, ну, Запад резко не сменит свою экономическую политику. А это вряд ли будет. Это вряд ли будет. Слишком сильны антиросійські і, ну, і антибілоруські настроєння в Європі. Ну, тобто Лукашенко вже перейшов цю межу неповернення? Чи ще ні? Ну, як мені кажеться, точка возврата пройдена, тому що прийдеться вложити багато денег в порти, на території Росії, багато денег прийдеться в логістику нову вкладати, там чуть ли не Северним морським путем собираються відправляти на кораблях
эти удобрения. То есть траты денег будут такие, что ну, потом отказаться от тех денег уже нельзя будет. Я думаю, что точка возврата пройдена, Лукашенко не вернется на Запад. Так, зрозуміло. І теж тут цілком логічно те, що він боїться, що народ мовчати не буде. Зокрема, під час засідання уряду Білорусі Лукашенко заявив, що завищені ціни на автомобілі піднімуть бунт серед населення. Побоюється, що це може викликати нову хвилю протестних акцій по всій території держави. Далі почуємо пряму мову і повернемося до обговорення. Да у вас ціни в два рази виросли. Вы в правительстве это знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас расскажете, и логистика, и деньги не так, и это не так. Ну, слушайте, ну не в два же раза. Ну так, дуже тут кидається в очі саме цей настрій і цей тон, яким він звертається до уряду. Боїться дійсно він того, що можуть бути протести, і чи можливі протести загалом, чи є підстави так говорити? Ну, Лукашенко – політик-популіст. Він, скажімо так, не має партії. У него нет партии, на которую он опирается, как обычно у политиков. Он считает, что он выражает интересы всего народа. И несмотря на то, что он авторитарный, тоталитарный лидер, но он очень зависит от настроения народа. Очень зависит. Он опасается социальных протестов. Поэтому очень строгий контроль цен в Беларуси и за продовольствием, и за медикаментами. И, в общем, теперь оказывается еще и за автомобилями. Несмотря на все свое самовластие, Лукашенко опасается социальных протестов. То, что в случае повышения цен могут быть выступления народа. Особенно ну, после того, как еще не утихли где-то, может быть, в глубине настроения 2020 года, эти угольки протеста еще... Ну, молодежи и интеллектуалов еще горят. Они, я думаю, они приглушены, но совсем их не удалось подавить. Поэтому Лукашенко чувствует очень, у него исключительное чутье самосохранения. Он понимает это, и поэтому он будет, как это у нас говорят, дрючить правительство, требовать от него сохранять цены, чтобы режим уцелел. А так, а у Путіна він може попросити допомогу в разі, якщо ситуація погіршиться його в Білорусі? Ну, він вже просить. Путін відложив на год возврат кредитів, які ми повинні були заплатити проценти по кредитам от в цьому році. Ну, це ісчисляється мільярдами рублей. І, звісно, їх ці гроші зараз можна буде пустити на зарплати, на пенсії і на... денежные пособия. То есть это уже как-то поможет погасить вот это возможное напряжение. Кроме того, договорились о единых ценах на газ. Правда, они не сказали, какие цены, но вот прошло такое сообщение, что по цене на газ Беларусь занимает третье место в мире по доступности газа, то есть по дешевизне газа. И я думаю, что и цена на нефть и нефтепродукты будет тоже льготный, что позволит уменьшить темпы роста цен. То есть совсем цены остановить нельзя, потому что кругом в мире они растут, но какие-то компенсации платить, уменьшить темп роста и тем самым сгладить вот эти возможные волнения у людей, я думаю, удастся. Насколько это времени, на сколько лет, месяцев там и так далее, это хватит, но это сейчас никто не может предсказать. Ситуация очень меняется быстро. Так, зрозуміло. І от іще одну тему маленько хотілося б зачепити, зокрема про заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. Дуже таке було у нього якась заява про те, що Лукашенко доручив створити так зване народне ополчення Білорусі, нібито щоб показати ворогам, що сунутись не треба. Каже, щоб виконати таке завдання, є люди і озброєння. Питання створення так званого народного ополчення цього ще мають врегулювати законодавчо. Тоді нібито кількість захисників батьківщини збільшиться в рази. От запевнив в цьому міністр оборони Білорусі, до чого готуються і що це за ініціатива така. Ну, для меня это прозвучало достаточно так удивительно, потому что у нас есть территориальная оборона,
построенная по административному принципу. То есть в каждом районе есть формирование, в каждой области. То есть и губернатор области имеет генеральский чин, и он возглавляет территориальную оборону своей области. Но это что-то новое. Похоже, что власть внутри страны пытается мобилизовать своих сторонников. Предполагается, что это народное ополчение, это будут добровольцы, которые, так сказать, являются сторонниками действующей власти, прямыми сторонниками Александра Лукашенко. Все дело в том, что в 2020 году, когда были вот эти волнения и было неизвестно, куда качнется маятник, ряд бывших военных, бывших служащих КГБ, внутренних войск и милиции заявили о том, что они готовы, значит, создать формирование, чтобы им выдали оружие, и что они готовы создать формирование для взятия контроля за обстановкой внутри страны и для помощи действующей милиции и внутренним войскам. Поэтому, как мне кажется, это такая мера, рассчитанная на будущее. Быстро, конечно, такие формирования не создашь, но есть такая поговорка: обжегшись на молоке, дует и на воду. Как мне представляется, такие формирования должны стать внутри опорой дополнительного режима. То есть это те люди, которые, очевидно, уже выслужили свои сроки во внутренних войсках, в КГБ, в милиции, и которые являются, ну, им есть что терять. Они получают хорошие пенсии. И поэтому, я думаю, расчет на то, что они смогут стать еще одной дополнительной опорой существующего режима. Так, что касается их боевых качеств, я думаю, что для ведения войны современные, они совершенно непригодны. Я думаю, они только для наведения порядка внутри страны. Так, зрозуміло. Ну, це, очевидно, ті самі протести, яких він так боїться. Пане Олександре, вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Алєсін з нами був на зв'язку. А ми йдемо далі. Я на годину з вами зараз.